Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Раздел номер 7 на нашем сайте посвящен обследованиям, дистанционным психологическим обследованиям. Мы заключаем договор с юридическими лицами и, соответственно, формируем для них, наш программист формирует специальное психологическое программное обеспечение. Входить и попасть на наш сайт без договорных отношений невозможно. Сайт полностью открыт, за исключением вот раздела номер 7. Вся остальная информация открыта, ничем не защищена, не требуются никакие логины, пароли и так далее. Только для наших контрагентов задается специальный пароль, и только они могут попасть в раздел номер 7. В этом разделе находятся те организации, юридические лица, с которыми мы заключили договорные отношения и, соответственно, оказываем им услуги по дистанционным психологическим обследованиям. Иногда мне задают вопрос частные лица, могу ли я у вас пройти обследование. Можете, но надо обговаривать это все отдельно, с какой целью, для чего вам эти результаты. И надо, конечно, понимать, что обследование — это не одна методика, это, как правило, 7-8-15 методик, как правило. Чтобы что-то увидеть, понять о человеке, необходимо пройти вот именно перечисленное, указанное мною количество методик. На данный момент так обстоят дела. Заключаем договор с юрлицами, и, соответственно, появляется вкладочка, ну, предположим, там Евраз ГОК, группа компании Евраз. Заходим туда и видим, что конкретно сформировано программное обеспечение, пакет программного обеспечения АСЛПФО для этой самой организации. Люди ее скачивают, это программное обеспечение, знакомятся с инструкциями и благополучно в течение полутора, максимум двух часов проходят наши обследования. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!